Привет, с вами Артём, и что это у меня в руках? Акустическая гитара Аликанте. Титаний... Казалось бы, обычный полноразмерный дредноут 41 дюйм, 6 струн, 6 хромированных закрытых колков, 20 ладов, но по сути эта гитара уникальна. Вы только посмотрите на этот гриф. О май гад, это Скорпион! Хорошее конкурентное преимущество, между прочим. Гриф реально широкий, 48 мм, примерно как на 12 струнке. Гриф реально толстый. Гриф такой толстый, что даже рядом с этим грифом я не толстый. Панч! Выносите, да. I'm titanium. Как говорится, толстый гриф, толстый звук. В данном случае реально громкий и звонкий. Гитара красивая, сборка аккуратная. Обратите внимание на очень необычный цвет. Огнище цвет. Корпус, конечно же, сделан из ламината. Ламинат ели, ламинат розового дерева. Крепежки – это огонь. Это очень удобно, между прочим, для ремня. Гриф – здоровенный шматок краснухи. Да еще и с регулируемым анкером. Да еще и с костяными порожками. Они реально костяные. С костей скорпиона, блин. Заводы-производитель делают вот эти костяные порожки довольно высокими. Где-то на миллиметр на этой гитарке мы его подточили. Мне лично было поудобней. Да. Если нужно, такую же доводочку можем сделать и для вас. Если вы ищете недорогой инструмент для игры в стиле фингерстайл, эта гитарка для вас. Если вы занимаетесь в музыкальной школе на классической гитаре, но решили освоить инструмент с металлическими струнами для яркого звучания, то, возможно, этот инструмент тоже для вас. Что тут скажешь? Аликанте Титаниум. Красивый, недорогой. Всего 11 900 рублей. Но зато инструмент с уникальными характеристиками. И для некоторых это просто палочка-выручалочка. Посмотрите на гриф. Палка-выручалка. Всем покеда. Ждите новых обзоров. Малой, бери гитарку.